Добрый день, дорогие друзья. Только что встречался с шебекинцами, которые получают гуманитарную помощь. Очень много вопросов, много переживаний, в первую очередь за свою судьбу, за состояние имущества. Рассказал о тех формах государственной поддержки, о той помощи, которая нам идет от правительства Российской Федерации, о двух единоразовых выплатах, о том, рассказал еще раз о том, что квартплату с 1 июня мы берем на себя, о том, что решение принято и в ближайшее время будет опубликовано, которое позволит нам обеспечить кредитные каникулы. Много еще остается проблем, но все мы их будем решать. Часто задается вопрос о том, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. Уважаемые друзья, все сложные события максимально быстро пытаемся довести информацию до вас. Понимаем, что жителям Белгородской области, жителям приграничных территорий крайне тяжело. Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории. У нас задача простая. Это безопасность людей, спокойствие. А если сложно, мы должны четко, спокойно, профессионально решать вопросы. Много удается, но много еще остается проблем. Самое главное, наше, мне кажется, да, наше преимущество – это честность взаимоотношений между властью всех уровней и населением. Надеюсь, что так будет и дальше. Всем доброго дня, здоровья и добра. Всегда с вами.